Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами будем готовить курицу терияки. Мы берем наш терияки. Добавляем имбирь. Имбирь мы просто порезали кусочками. Сюда же у нас идет вино. И мед. Все хорошо перемешаем. Пока у нас мед растворится. Сейчас мы возьмем нашу курицу. Она у нас, кстати, порезана очень тонкими пластами. Вот такими примерно. Заливаем все соусом. И отправляем в холодильник мариноваться на час. Предварительно, конечно же, ее помассажировав. Чтобы все кусочки хорошо-хорошо промариновались. Накрываем пищевой пленкой. Ставим сковороду на огонь. И наливаем масло. Наше масло нагреется, тогда мы... О! Как раз. Курицу достаем из маринада. И отправляем на сковороду. Курицу будем жарить до золотистого цвета. Это будет быстро. У нас грудинка. Она жарится очень быстро. Наша курица поменяла цвет. Сейчас мы добавляем сюда наш маринад. И оставляем его так, пока он не выпарится. Немножечко, чтобы он уменьшился в размерах. Посмотрите, насколько уменьшился соус, и курица приобрела приятный коричневый цвет. Сейчас мы выключаем нашу сковороду и подаем курицу к столу. Для этого рецепта мы брали вино белое, мед цветочный желательно, масло, кунжутные семена, имбирь, соус терияки и куриные грудки. Наша курица терияки готова. Мы ее посыпали кунжутом для красоты. Можно подавать ее с салатом или с белым рисом. Если вам понравилось, оставайтесь с нами, продолжайте готовить, оставляйте комментарии. Приятного аппетита!